Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Этот обзор будет на проект Финтекса. Финтекса – это компания с многолетним опытом в арбитраже, трейдинге и торговле криптовалют. В проекте есть 6 инвестиционных планов. В первом инвестиционном плане депозит открывается на 10 дней, прибыль начисляется по будням, депозит возвращается в конце срока. Прибыль в день составляет 1%. Минимально можно инвестировать $10, максимально $100. Инвестируя $10 в день, мы будем получать 10 центов. Во втором плане депозит открывается на 20 дней. Тело депозита возвращается в конце. Прибыль в день составляет 1,4%. Прибыль начисляется по будням. Минимально можно инвестировать $100, максимально можно инвестировать $500. Инвестируя $100, в день мы будем получать $1.40. В третьем плане депозит открывается на 45 дней, тело депозита возвращается в конце. Доходность в день составляет 1,8%. Минимально можно инвестировать $500, максимально $1000. Инвестируя $500 по данному тарифу, в день мы будем получать $9. В четвертом плане депозит открывается на 60 дней. Депозит возвращается в конце срока. Доходность в день составляет 2,2%. Минимально можно инвестировать $1000, максимально $2500. Инвестируя $1000, мы в день будем получать $22. В пятом тарифе депозит открывается сроком на 90 календарных дней. Депозит возвращается в конце. Доходность в день составляет 2,7%. Минимально можно инвестировать $2500, максимально можно инвестировать $100,000. Инвестируя $2500, в день мы будем получать $67.50. И в шестом тарифе депозит открывается сроком на 70 календарных дней. Здесь уже тело депозита включено в выплаты и доходность составляет 280%. Минимально можно инвестировать $300, максимально $100,000. Инвестируя $300, в конце срока мы выведем $840. Для начала работы нам необходимо пройти регистрацию. При регистрации указываем свое имя, логин, электронную почту и придумываем пароль. В личном кабинете в левом столбе мы кликаем «Пополнить баланс», вводим сумму пополнения, минимальная $10, и выбираем платежную систему. Оплачивать можно Perfect Money, банковской картой или в криптовалюте можно пополнить. И кликаем «Пополнить баланс». Далее кликаем «Открыть депозит». Выбираем инвестиционное предложение, которое нам подходит, вводим сумму и жмем «Инвестировать». Для вывода в левом столбе кликаем «Вывод средств», вводим сумму и выбираем платежную систему. Perfect Money, банковская карта или в криптовалюте вводим и кликаем «Вывести». В данный проект мы вложили $10 по первому тарифу под 1% на 10 дней. Проверим вывод. Узнать, платит проект или нет, можно в нашем телеграм-канале, на который необходимо подписаться. Ссылка на канал есть в описании. Также статус проекта вы можете узнать в комментариях ниже данного ролика. Ставьте лайк, если обзор был вам полезен. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!